Месяц назад пустырь у ЖК «Вершины» превратился в стройплощадку под новый детский сад. Его возводят для жителей микрорайона «Ореховая сопка». Сейчас здесь равняют землю и роют котлован. В конце февраля на участок подвезут стройматериалы, чтобы можно было начать заливать фундамент. Мы правильно приступили зимой к работам, чтобы к весне у нас уже было готово и фундамент, и чтобы вот эту распутицу, дожди, уйти от этого. По плану все получится до конца мая, до конца монолитной работы мы должны закончить. Вот. Садик в районе улицы Шатова возведут в 2 этажа с бассейном внутри. Его смогут посещать 320 малышей. Работать будут и ясли, грудничков будут принимать с 2 месяцев. Всего откроется 17 групп. К зданию сделают подъезд, не забудут и о парковке. Всегда предусмотрена парковка, предусмотрены детские площадки. Здесь все по нормативу запроектировано. В принципе, не будет никаких проблем. Будет объездная дорога вокруг садика, подъездные пути, все как положено. Садик на Ореховой сопке возводят по госпрограмме развития жилищного строительства в Хабаровском крае. Общая цена на сегодняшний день 1,23 млрд. Это практически 100% финансирование правительства Российской Федерации, правительства Хабаровского края. Ореховая сопка – один из самых быстрорастущих микрорайонов с плотной жилой застройкой. Здесь уже есть несколько детских садиков и лицей «Звездный». Однако мест в них в будущем не хватит. Поэтому кроме нового сада здесь также построят и одну из самых больших школ в Хабаровске на 2200 мест. Микрорайона еще нету, а соцобъекты мы уже приступили к строительству, чтобы собственники, заезжая в свои квартиры, уже видели, что да, есть куда ребенка отвезти в детский садик, есть место в школе. Этот детский садик строится для именно нового микрорайона. Микрорайон, который рассчитан на 1 000 000 м² жилья. Достроить новый детский сад должны в октябре 2025 года. Мария Шулешко, Данила Кулешов. Смотри, Хабаровск.